Почему все время, говорит, звонят курьеры, у вас что нет, Тугиса? Почему, типа, мне звонят и спрашивают, как вас найти? Да, я могу сказать, потому что указано, во-первых, что позвоните заранее, открой ворота. Во-вторых, мне за 100 рублей, которые мне остаются, вот искать тут еще в Тугисе, мне просто нужно проще нажать кнопку и позвонить. В-третьих, мне кажется, если ты часто заказываешь, напиши в комментариях, Анита, напиши, не позвоните заранее, чтобы открыть ворота во двор, а напиши, что и не третий этаж, бамбуковая улица, код домофона, вам выйдет молодой человек, а напиши, что за продуктовым магазином поворачивайте направо, слева черные ворота, и такая-то вон красная вывеска висит. Все, в чем проблема? То есть, ну я понимаю, что это ее право, но мне кажется, что я не должен тут уж до такой степени распинаться за 100 рублей. У меня, ну не то, что у меня, у всех цены небольшие, заказы маленькие, нервы слабенькие. Поэтому я думаю, что так и происходит все. В общем, вот так вот. Я говорю, Анита, извините, пожалуйста, просто все так происходит, не нервничайте. Кстати, ребят, 301, а было 170, я не понимаю, почему. Нет, не сюда. Здравствуйте вам, да? Да. Всего хорошего, до свидания. Ну, думал 170, ребят, смотрите, вручил посылку. Спасибо за поездку. 301. Заказ будет оплачен картой. Я думаю, видно вам, нет, я думаю, что неплохо, так скажем, я-то думал меньше, 170. Все, ребят, теперь продолжить, нажимаем, оцениваем. Вежливый клиент, нифига не вежливый, ну хотя бы не наорала. Теперь, значит, мы что делаем? Мы уходим с линии, во-первых, уйти с линии. Во-вторых, кстати, коэффициент уже до 100. Во-вторых, мы включаем комфорт-эконом. В-третьих, мы выходим. В-четвертых, мы заходим обратно. Сигарет надо. Кстати, где там продукты были? Ну ладно. Ну да ладно, может быть, там где-нибудь куплю. Одна осталась. Выбираем Best to Park, мой любимый Best to Park. Хорошо. И ставим, ребята, конечно, вряд ли ставим домой. А домой у нас стоит Роза Хутор, потому что нам надо Бадлер. Ну и просто ставим, поехали. Поверните налево. Пустые. Почему все время звонят курьеры? Значит, надо что-то изменить, а то они тебе так и будут звонить, по сути. Правильно я говорю? Или это мой эгоизм играет? Все, поехали.